Жизнь Дженнет и Селима переворачивается в другую плоскость. На этот раз Селим не простит Дженнет, которая бросила его, поверив Мелиссе. Все начнется заново. Новое начало, новые союзники, и все это начнет Арзу. Арзу оставит все пережитое, горечь, обиды, гнев и злодейство, и так остановит, что даже бесстрашный Кая затрясется перед ней. Даже гнев и обида Дженнет на Арзу останется позади, потому что Арзу теперь стала еще сильнее. Она вновь встанет на ноги, будучи матерью, видевшей злодейство, являющейся жертвой. Отныне начинается новый период. А насладиться очередной, а именно 33-й серии турецкого сериала «Слезы Дженнет» на русском языке вы сможете уже 20 мая. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.